Сегодня около полудня на западных подступах к Екатеринбургу произошло крупномасштабное автокрушение с участием аж двух встречных фур и газелей, а также маленькой «Лады», которая, собственно, и начала эту битву гигантов. Легковушка разорвана буквально в клочья. Кабины тягачей в лепешку. Однако же все абсолютно живы, но четверых пострадавших все же отвезли в больницы. Возле горы Волчиха на 320-м километре трассы Пермь-Екатеринбург ВАЗ-2114, двигавшийся в подъем в сторону Екатеринбурга, неожиданно расстался с управлением. Возможно, водителя что-то отвлекло. Машина сорвалась в занос и выбросилась на встречку. Водитель встречной фуры все это видел и успел уйти вправо, насколько смог, но удара все же не избежал. А в результате экстренного торможения полуприцеп сложился и вылез тоже на встречку, где столкнулся с таким же точно длинномером, водителя которого потом долго вырезали из того, что осталось от кабины. Но главное, вырезали живым. Водитель первой фуры, а также водитель и пассажир легковушки, вообще непонятно как выжившие, госпитализированы. Четвертой пострадавшей машиной стала «Газель», которую зацепила вторая фура. В довесок, уже после остановки, ей на лобовуху отвалилась дверь от тягача, водителя при этом не поранив. Само столкновение, ну, впереди я не видел, потом видел, что черная машина понесла навстречу, она ударила впереди идущую фуру, а этот задом уже меня столкнул назад, ударило. Ну все, там то, что впереди, не видел, как они, ну, фуры, 14-й врезались, не видел.